Leone. А, он хочет застрять все-таки, видишь? И тут льда вроде нету, да? Нива с камышей резанула. Леня, все, Леня, опять. Сиди, да? Ну, походу, да. До моста. Потрол. Раскочил. Вон и Витя там. Так, Леня, очередная была попытка, но неудачная. Ну шел красиво, что тут скажешь. Круто. А вот еще один претендент на победу. Но друга не бросает. Сзади включает. Интересно. Дрон на то место, что убирает назад. Да нормально идут. Так, бородач куда-то по лайту поехал в объезд. Очкует. Мы поедем прямо. Сидит жестко. Жека там сидит. Серьезно. И Антон уже сидит. Да, что-то мы решили поехать стать лагерем возле Витиного УАЗа. По тому же маршруту. Что-то я чувствую, это может затянуться, как обычно. Посмотрим, может, лебедкой получится, но тут непросто. Да, там провалился конкретно. Правильнее назад тянуть вообще. Не пробивает, пробивает. Наоборот, руль в другую сторону. Под обстрелом я нахожусь. Да, путь в обратную сторону бывает долгим. Там по жестичку выехал. Так, все уезжают, но я не знаю, что делать. Штурман пропал, и уехать нельзя, и телефон его здесь в машине, а его нигде нету. Сейчас спрошу Пашу, может, он спросит по рации кого-то. И рацию где-то не вижу я. Так, штурман нашелся. Я прямо позвонил бородачу, он оказался у бородача в машине. Теперь мы едем сами. Самое сложное место здесь. Хороший маршрут такой, рядышком,
эту погоду везде хорошо. Сейчас мы проедем, где все сидели, почти все. Или только Антон. Сейчас еще УАЗ тащить. Так, все нашлись. Непонятно. С передним карданом последний раз, когда я катался, тестировал, было все нормально. А сегодня приехал на оффроуд. Уже ненормально. Идем. Да, именно на этот луг дедушка с бабушкой меня возили. Вот дальше Десенка. Идем по своему маршруту. Рядом. Вот мы к забору заскочили. Да, все застраивают на берегу, тут шикарные места. Ну вот и банда. Какие-то проблемы возникли. Подъеме, наверное. Не должно тут ничего сложного. Нива.
Лисенка. Классный маршрут. Видите, кто-то на берегу заборчиком нормальную территорию отгородили. Закон не работает по водоемам, но у нас мало где работает. Только сильнейшие автомобили. Ну а где-то здесь он. Где-то уже должен быть близко. Режем. Режем, 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 режем. Ну вот бородач, Лёня, все здесь. Все здесь резанули. Езди резать. Елки, чуть в канаву не залетел. Слева жесткая канава была. Так неплохо машина идет. Устранить эти мелкие недоработки. Так, дачу проезжаем чью-то. Уже мы тут были. Опять режем. Дубасим прямо, углы срезаем. Где ж Витин УАЗ, елки-палки? Пока его не видно. Ну,
где-то возле реки, елки, по какому-то мусору я пролетел. Куда-то я попал. А, вот тут мы были. О, прямо к УАЗу я выехал. Где-то у вас здесь. По какой-то я пошел траектории хитрой. Но мы, в принципе, сюда так и ехали. Не знаю, где остальные сзади едут или нет. Где-то объехали. Никого не видно. Тут они все за мной. Тут место интересное. Все идут. Все идут здесь. Кто-то по воде там. Или мне показалось. Нет, все здесь. Обратную сторону намного быстрее все идет, без дополнительных приключений. Нива замыкает, и мы замыкаем теперь после Нивы. Две траектории, более чистая, справа пожестче. Где-то виден УАЗ уже рядом. Тут хорошее место, уже немножко раскатались здесь то, что надо. Нивка идет. Да, шикарную машину все-таки сделали. Шикарное, может, неправильное слово, но очень хорошую. Режем слева. Так, где же Витин УАЗ? Где-то уже близко должен быть. Я думаю, где-то недалеко. Хороший оффроуд сегодня такой недалеко, возле дома. По сравнению с Ржищевым, конечно.
колею не попадаю совсем. Прямо по обрыву идем. Своей траектории пошел. У нас же оффроуд. Резанул здесь немножко. Ёханы бабай. Что-то здесь страшно чуть-чуть. Все, резанул. Догнал бородача очередной раз. Телефоны не поулетали. Убежу вас. Что-то мне казалось, где-то он ближе должен быть. Ребята помнят, наверное. Где-то здесь он. Да, похоже, мы приехали. Судя по следам, то где-то здесь. Вот и вся банда. А где у вас, Андрюха? Нет, твой я знаю где. Есть он? Не продали еще? Мы пытались его вытянуть. Да, вот тут мы все на месте.